Hello, друзья! Ну вот, мы наконец-то добрались до Краснодара. Welcome to Краснодар! Сейчас мы пойдем тусить по Краснодару, ходить, смотреть, что здесь есть вместе с вами. Ну что, go, в путь! Друзья, Краснодар – это большая деревня, потому что на три четверти он состоит из частного сектора. Вот вы сами можете наблюдать, здесь одно-двухэтажные домики, которые вообще вот просто, короче, как будто мы приехали к бабушке. Проголодался и решил немножечко пообедать и купил себе вот такой блинчик с чем-то. В общем, доел я этот блин вкуснолюбов. Называется Country, 109 рублей. И, блин, ребята, он очень горячий, очень вкусный. Друзья, тут такая тема в Краснодаре. Вот мост. Мост, через который проезжают, не знаю, сотни тысяч машин каждый день. И вот прямо здесь находится жилой дом. Ну это Краснодар, детка. Друзья, сейчас мы находимся возле Руки Вверх бара. Ну что, друзья, сейчас мы немножко прогуляемся по парку Галицкого, как его здесь называют. We'll be right back.
Друзья, hello, сейчас мы находимся в Краснодаре, и через 3 часа мы отправляемся в Махачкалу прямо на самолете. Это будет очень веселое путешествие, я думаю, вам понравится. И с этого момента у нас начинается тур Хачатур, так что мы поедем по городам Кавказа, будем показывать вам достопримечательности, общаться с людьми. И надеюсь, мы не останемся там в рабстве, и думаю, что все будет хорошо. Пожелайте мне удачи. Сейчас заметил такую вещь, что я иду с камерой, что-то на нее говорю, и люди почему-то на меня обращают внимание, как будто бы я, не знаю, там с другой планеты прилетел. То есть люди до сих пор не понимают, что есть YouTube, есть там интернет, да, и что туда можно снимать блоги там. Я вообще не понимаю, особенно взрослые мужчины старше 40 лет, они вообще не понимают, что это за чувак ходит с какой-то камерой, что-то снимает, зачем он это делает. И это такой какой-то негатив вызывает у людей даже. А когда направляешь в их сторону камеру, они вообще почему-то пугаются, начинают отбегать. Короче, ребята, Краснодар — это какой-то дикий город, что ли, я не знаю. Ну, здесь есть, конечно, хорошие люди, однозначно, здесь очень много хороших людей. Но, к сожалению, вот то, что я увидел за сутки здесь, это просто пи***ц, ребята. Люди просто в шоке от того, что я хожу с камерой и на нее что-то говорю. Ну что, друзья, вот мы и прибыли в аэропорт Пашковский или Пашковский, я не знаю, как правильно называется, города Краснодар. И сейчас мы отправляемся в Махачкалу. Совсем немного осталось до самолета.